Сейчас скажу, где находятся они. Осталось само вспомнить. Значит, идем дополнительно. Конфиденциальность. И вот здесь у нас есть приложение «Доступ к данным». Это приложение получает доступ к слежению. То есть они очень, на самом деле, как выяснилось, в Андроиде очень сильно тормозят систему. Вот здесь сейчас, как видите, все выключено. Но это еще не все. Здесь есть системные процессы, которые тоже были включены. Я их выключал. На работоспособность это никак абсолютно не отразилось. То есть все работает точно так же. Просто эти процессы более за вами не следят. То есть вот все выключено абсолютно. На самом деле это есть и в андроидах, в обычных, но обычно это очень спрятано глубоко, и найти это очень сложно. Здесь тоже оно не близко находится, и если кто не знает, навряд ли сюда докопается зайти.